О, я что, стоя спал, что ли? О, реально, кровать левее была. Ну ты понял, да? В повестке дня мне сказали, что нужно мыться почаще и соблюдать гигиену. Вышел на центральную площадку. Никого не было, только капсула. Надумал к медичкам заглянуть. У них было закрыто. Решил послушать музло. Здесь у нас заряжаются наши мулы. Железные ослы, которые таскают за нас ресурсы. О, этот еще брыкается. Не до конца, видимо, сел. На эту планету мы высаживаемся, чтобы добывать ресурсы. Но я еще ни разу не высаживался, так что мне это еще предстоит. Решил изменить внешность. Долго выбирал между очками и гарнитурой. А потом выбирал между мощной бородой и элегантными усами. Все-таки выбрал бороду. Так как это моя первая высадка на планету, необходимо было хорошо проверить капсулу, все ли с ней в порядке. На втором этаже были бочки, решил попинать их в капсулу, проверить, насколько она прочная. Но меня остановил диспетчер. Ущерб от вандализма или уничтожения собственности компании будет вычтен из вашей зарплаты. Как-то неловко получилось, у меня еще не было ни одной зарплаты, а меня уже штрафуют. Наткнулся на красную кнопку. На ней было написано «Опасно! Не трогать!» Ой, не удержался. Ба-ба-ба-ай, мамочки! Чё-чё происходит? Кажется, я гравитацию нарушил на корабле. Воу-воу-воу! I believe I can fly! Чё ж так всё красненьким-то горит? Как всё шумит! Главное, чтоб не бомбануло ничего. Миссия выбрана. Запуск десантной капсулы. Все на борт. Ну, с богом. Первый спуск на капсуле. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Нифига себе, она внутри навороченная. 4 кресла и все для меня. Процедура высадки запущена. Пристегните ремни. Добро пожаловать на планету Хоксис, шахтер. Это будет ваш первый спуск под землю. Используйте этот шанс, чтобы разобраться, что к чему. Вначале очковал выйти из капсулы. Там было так стрёмно. 500 метров вниз под землей. Как же я глубоко. Я все-таки выполз из капсулы. Мы выдали вам много целевого дрона. Погодите! Вы что, вернитесь назад с катабазы, получайте, кинуть меня решили, да? Засранцы. Я находился глубоко на дне, один-одинёшенько, с двумя жестянками. Все, что нам необходимо было сделать, это добыть нужные ресурсы и свалить нафиг отсюда. Я копал. Перемещался по этим странным туннелям и вдруг заметил. Гори в аду, жучара! Жукообразная нечисть! Вот так вот с вами! Да, в этих туннелях кишат огромные здоровые жуки, они очень опасны. И то, что ты сейчас видел, это совсем невинный жучок, который, в принципе, при желании может откусить тебе полноги. Какого? Бум, щеколака! А такие вовсе могут тебя подорвать. Скала и камень! На этой планете очень много ресурсов. Есть нитро, есть маркит, даже золото, как на планете Земля. А также еще куча всякого неизвестного. Некоторые ресурсы довольно сложно достать, поэтому мы работаем командами. Несколько гномов, или же, как я, один, но с современными роботами. Когда твои карманы забиты дополна драгоценными ресурсами, на помощь приходит мул. О, какое облегчение! Когда все ресурсы собраны, жмется красная кнопка. Отправка капсулы, обратный отчет. Вот и все, парни. Сделайте так, чтобы мы гордились вами. Ну, поскольку я новичок, и это была учебная миссия, меня закинули в безобидное место. В реале все гораздо суровее. Двигайся, мул! И ты тоже, жестянка, двигайся! Ну, наконец-то эта учебка закончилась. Сейчас прилечу, к медичкам зайду.
Начинаем эвакуацию. Хорошая работа. До свидос, жучары!